Всем привет! И сегодня у нас две посылки с сайта aliexpress.com. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну а мы начинаем. Начинаем с маленькой вот такой вот посылочки. Распаковываем ее где-то, ну, вот здесь. Нужно распаковать и... Вот. Здесь вот у нас какие-то... Вот это вот. Пуговички. Пуговички какие-то и... Вот такие вот пуговички. Сейчас одну вытащу, посмотрю. Посмотрим. Что за это за пуговички. Видите, какие? Вот такие вот... Пуговички. Ну, не знаю, что еще добавить. Что добавить? Ну, их тут в упаковке должно быть 50 штук. 50 штук должно быть. Такие вот миниатюрные пуговички, да, не знаю. Это оставать. Пуговички пластмассовые полностью. Полностью они пластмассовые. Такие вот маленькие. А и красивенькие. Можно даже их тут и 100. Ну, будет под описанием, под видео в описании будет ссылка на данный товар. Там посмотрите их сколько, их не помню. Или 100 штук, или 50. И следующая. Посылочка у нас будет такая вот, такие коробки. И распаковываем ее. Немножечко ничего страшного поцарапался. Да. И здесь вот что-то вот такое вот странное в этой идее не нужно. Какие-то наклейки странные, гайд-стикер. И здесь вот для стекла. Две тряпочки. Мокрая и сухая. То есть наоборот. Сухая и мокрая. Тряпочки и вот здесь вот стекло. Стекло вы видите. Какое вот... Такое вот стекло, сверху пленочка. Бронестекло. Написано, что типа 3D. Бронированное стекло под Xiaomi. Вот. Ну, в принципе, больше ничего такого супер-бупер интересного. Обычное простое стекло. Обычный, как всегда, комплектации. Всякие липучки для уборки. Вот. Стоимостью там оно было... $1.50. У нас в Украине стоит такое стекло 1 200 гривен. По курсу доллара сейчас у нас 28, по-моему, там с копейками. Заказывал я вообще по 27. Так что выходит, сами посчитайте, оно где-то 45-40 гривен выходит это данное стекло. Ну, и вот такое вот стекло. Так, на комплектации. И, в общем-то, ну и где пуговицы. Итак, всех приветствую на нашем канале, мои дорогие друзья, подписчики. У нас очередная посылочка из серии будет сэндвич, где будет данной категории, то есть в одной посылочке, но будет так, потому что я не могу их держать у себя. Потому что это дело надо дать, кто их заказывал. То есть я их заказывал не себе, а заказывал другим. Так, быстренько сейчас вскроем, посмотрим, что у нас здесь пришло. Данной посылочки. Данной посылочке у нас пришел USB кабель. Вот такой вот у нас кабель в таком вот целлофановом пакетике. Так. Так, фирма. Фирма. Вафлинг, не знаю, правильно читали, нет.
Так, ну что ж, посмотрим сам. Шнур. Интересно, за потом первый раз у меня коробочка приходили. То есть, типа брендовая вещь. Вафлинг. Тут тоже есть надпись. Так, у нас длина. Длина данного, как говорится, изделия метр. Так и есть где-то метр. Здесь вот такой вот, такой вот переломчик, но я думаю, что не будет критично. Сейчас мы его быстренько протестируем на нашем телефончике. Сейчас, секундочку. Или на экшен камере. У нас такая вот экшен камера. Так, берем зарядочку. Сейчас посмотрим, как у нас будет заряжать, не будет заряжать. Сейчас. Так, итак, берем, подключаем наши экшен камеры. Так, что у нас тут? Так, дает признаки жизни, вы сами все видите. Все, у нас пошла вот зарядочка. То есть данный девайс заряжает. Все работает отличненько. Сейчас мы посмотрим наш тестер, если он где-то поблизости. Так, тестера поблизости я не вижу. В принципе, я думаю, что не сильно так уж покажет точненько. Мы можем проверить. Так, ну что ж, по данному кабелю. Данный кабель толстый, такой хороший шнур. Есть некоторые такие вот косяки интересные, их тут как будто кто-то кусал или переламывали. Типа брендовая, типа вещь. Здесь и здесь надписи. Так вроде бы все сделано качественно, отличненько. Думаю, что будет работать отлично. Найду тестер, сниму отдельное видео с тестером и покажем, что там будет выдавать данный девайс. Здесь у нас батарея при диске разряжена, на этом же и проверим. Так, будет сейчас продолжение данного видео.